Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков встретился с коллективом МБУ «Успенская» Одинцовского округа. Ключевой темой стали вопросы благоустройства. Дополнительно парламентарий встретился с коллективом организации «Россети». На встрече обсудили уже выполненные планы организации и перспективы ее дальнейшего развития. И реконструкцию региональных дорог, расширение освещения и приведение в соответствии с нормативами. Оба мероприятия прошли в рамках программы «Подмосковье. Территория перемен», направленной на выполнение наказов народной программы «Единой России» и реализацию губернаторских программ.